30 августа возле станции скорой медицинской помощи по улице Жильтаксам произошло дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии оказались две машины – кроссовер Nissan Qashqai и легковой автомобиль Opel Vectra. По словам очевидцев, Opel, не соблюдая дистанцию, врезался в заднюю часть кроссовера. От сильного удара Nissan проехал через бордюр правым передним колесом и застрял в арыке. В результате происшествия никто из автовладельцев и пассажиров не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. Спустя несколько часов, примерно в 8 вечера, очередное дорожно-транспортное происшествие произошло по улице Жбекжулы в районе микрорайона Тасай. Молодой водитель Opel Vectra, пытаясь объехать неровный участок дороги, на большой скорости влетел в разделительный бордюр и проехал дном автомобиля порядка 50 метров. Лишь по счастливой случайности Opel не задел встречные машины и не перевернулся. Настоящим везением можно назвать и то, что автовладелец отделался лишь легким испугом. Правда, после такого полета над бордюром передняя часть автомобиля оказалась разбита вдребезги. Минувшей ночью по Тамерлановскому шоссе произошел наезд на пешехода. Под колесами авто Ford Mondeo, водитель которого мчался на огромной скорости, оказалась девушка. Она переходила дорогу в установленном месте на пешеходном переходе возле мечети. В результате пострадавшая с многочисленными ушибами была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. В обстоятельствах этого дела сейчас разбираются сотрудники дорожно-патрульной службы.